Здесь все было разбито, все разрушено. Мы это все восстановили и сделали здесь красоту, условия для ребят, чтобы мы могли принимать гостей чемпионата Молдовы, проводить внутренние игры, тренировки. Ну вот что мы сделали с этим зданием. Посмотрите, здесь поменено все. Администратор бельского футбольного клуба «Заря» Николай Григоришин уже несколько недель поднимается в 5 часов утра. К 6 он ждет незваных гостей и силовых структур своеобразного молдавского государства. Правящая партия через эти структуры атакует футбольный клуб, и это неудивительно. Ведь сам Григоришин – бельский муниципальный советник от нашей партии, а спонсор бельского футбола – фонд оппозиционного молдавского политика Рената Усатова. Они уже пришли сюда, значит, они были на стадионе, у директора стадиона, они были в школе футбола, допрашивали директора школы футбола, допрашивали завуча, тренеров детей, на какие средства, значит, содержат детей, кто за это финансирует, платят ли за тренировочный процесс на муниципальном стадионе, который находится в аренде у футбольного клуба «Заря». После того, как клуб был взят под опеку Усатова, бельские футболисты выиграли Кубок Молдовы и начали играть в Еврокубках. Деньги, полученные от УЕФА, тоже очень беспокоят молдавский политбомонд. На днях телеканалы олигарха Владимира Плохотнюка пустили слушок, мол, Григоришин уже скрывается от некоего следствия, а средства УЕФА были растрачены. Администратор клуба показывает, на что пошли деньги, которые, между прочим, жестко мониторизируются Европейской футбольной ассоциацией. На муниципальном стадионе проведены ремонтные работы, в раздевалках появилось отопление и сауна, оборудован врачебный кабинет. Футболисты регулярно отправляются на сборы. Находимся сейчас, значит, в арендованном ФКЗЯ здании у муниципального совета в лице стадиона, значит. В этом здании, оно было, мы его когда взяли, оно было в полуразрушенном состоянии, оно не отапливалось, ремонтов не было. Мы сделали здесь, вот в этом здании, ремонт. Это относительно класс просмотра. Здесь футболисты занимаются теорией. Значит, тут про анализ игр, анализ тренировок. Идемте дальше. Здесь тоже приведем полностью ремонт. Здесь у нас медицинский кабинет. Медицинский кабинет, значит, здесь врачи и массажисты делают массажи. Массажи ребятам, футболистам. Ну и полностью здесь находится врач команды. Здесь, значит, вы видите, с левой стороны, это пресс-лоджа для журналистов. Мы сделали ее. Она не была раньше, не было ее вообще здесь. Для журналистов там, значит, сидят тоже журналисты и диктор. Диктор матча, который объявляет о составах, а вообще дает информацию полностью голосовую для зрителей, которые находятся на матче. Тоже ее не было ранее, сейчас мы ее отремонтировали. Здесь полностью утекла крыша. Значит, мы сделали новую крышу полностью. Значит, подшили полностью потолки, чтобы это было имело внешний нормальный вид, так как нам приезжают гости со всей страны. Бьемте вниз. Тут также проведен ремонт. Отопление, что раньше не было. Здание полностью всего. Вот это, ребят, раздевалки. Можете посмотреть, тут душевые. Это тоже все отремонтировано. Идемте сюда. Здесь тоже раздевалка гостевая. Гостевая раздевалка для команды гостей тоже отремонтирована и сделана. Стирают ребята после каждой тренировки форму. Также стоят машины для отжима. Машины для отжима, форму сразу отжимают, чтобы она была сухая, потому что стирают форму два раза в день. Все текло, отопления здесь не было. Сейчас видите, уютно, красиво. Также отопление проведено.
Немало, по словам Николая Григоришина, было сделано и для развития молодежного спорта. Фонд Усатова содержит школу футбола, в которой дети занимаются бесплатно. Как вообще настроение? Как у вас этот год прошел? Отличное. Вы представьтесь, вы какая группа, какой год рождения? 2006-2005. Теперь усилиями республиканских властей клубу «Заря» созданы проблемы. Николай Григоришин возмущается. Спорт должен быть вне политики. А они мало того, что засуживали нас во время матчей, так теперь и вовсе хотят всех арестовать, чтобы здесь можно было вешать замок. Все препоны, чтобы закрыть футбольный клуб «Заря», ищут игроков. В такой обстановке невозможно, чтобы в Бельцах оставался футбол на должном уровне. Фонд Рената Усатова продолжает спонсировать бельский футбол. Но из-за прессинга со стороны властей клуб начали покидать сильные игроки. В этой ситуации пришлось принимать нелегкое решение. При том прессинге, который сегодня происходит, ребята, из других чемпионатов, такие как украинского чемпионата, заграничные игроки, которые были на контракте у нас, у «Зари», они покинули клуб. Так же самое ушли из команды профессионалы своего дела, наши молдавские футболисты, потому что то, что происходит сегодня, это не катится ни в какие ворота. Сегодня бельский клуб «Заря», распустил игроков. Дальше в чемпионате будут продолжать участие молодые игроки в школе футбола. Мы оставляем финансировать также всю школу футбола, 211 человек, оплачивать их поездки, их питание во время игр, их все турниры. И в чемпионате будет выступать тоже молодая команда «Заря» с молодыми футболистами. Григоришин – один из участников прогремевшей на всю страну бельской голодовки муниципалитета. Советников. Но сразу по ее окончании он узнал о подготовке ареста. У нас возникли вопросы у нашего инспектора полиции, на каком основании футбольный клуб «Заря» находится на нашем городском стадионе. Я всех болельщиков призываю футбольного клуба «Заря», чтобы они, наверное, пришли и ответили полиции, нужен в Бельцах футбол или не нужен. А на каком основании находится футбольный клуб «Заря»? Я хочу вам ответить. На основании договорных отношений. А то, что футбольный клуб «Заря» взял в аренду муниципальный стадион, платит за него аренду. С этих денег имеют зарплату работники клуба «Заря», работники стадиона, коммунальные платят стадион, футбольный клуб «Заря», и также платят аренду поля. И инспекторату, бумажка, им интересно прям, на каком основании находится футбольный клуб «Заря». И дети, которых содержит футбольный клуб «Заря» и Ренат Усатый, 200 человек, как он их содержит? Мне интересно, этот полицейский комиссариат не хотят поучаствовать в воспитании наших футболистов? Бодрук его фамилия, да? Бодрук, инспектор Бодрук. И, да, насколько я... Офицер Спириор, да. И он Бодрук. Ему очень интересно. Может, футболисты «Зари» и болельщики «Зари» с Бельц возьмутся за руки и придут к этому Бодругу? На днях стало понятно, что еще, кроме развития футбола, власти пытаются Григоришину предъявить. Все те же телеканалы ДПМ рассказали, как советник якобы неожиданно разбогател в 2016 году, когда он указал в декларации заграничное имущество, а в 2015 году нет. Муниципальный советник объясняет, сначала закон не требовал указывать такую собственность, но потом правила изменились. И в 2015, и в 2016 году он поступил в полном соответствии с действовавшими на тот момент нормами, а его теперь в этом упрекают. В 2015 году по декларации, я задекларировал, как требовали то на то вопросы. В 2016 году советники стали заполнять декларацию, что касается госслужащих, и там стояли вопросы о недвижимости, находящейся за границей. Поэтому я все в 2015 году я не указал, какая есть недвижимость за границей, а в 2016 году я указал, какая недвижимость есть за границей. Но потом, впоследствии, в 2016 году я это все продал, бизнес весь отдал, и там управляют сегодня совсем другие люди.
Говорят, политика грязная штука, и многие люди стараются вовсе с ней не связываться. Но в случае с Молдовой есть еще один нюанс. Заниматься здесь политической деятельностью позволено только одному человеку, имя которого широко известно. Все, кому он не выдал лицензию на оппозиционность, вроде той, что получил Игорь Дадон, безжалостно уничтожаются. Сегодня главный враг Демпартии Рената Усатый и его политформирование. Оппозиционеры понимали, на что идут, бросая вызов хозяину Молдовы. Но когда жертвой в этой борьбе становится спорт, который издревле считается противоположностью войны, это уже переход всех красных линий.